Как получить бесплатный билет на мероприятие 10 октября 2020 года? Здравствуйте, друзья! Партнеры компании CrowdOne, вам необходимо зайти в свой личный кабинет, это центральная страница, далее выбрать ивент, то есть мероприятие. Помните, что любые финансовые операции, приобретение билетов и так далее лучше производить в языке оригинала, не переводить на русский. Далее здесь высвечивается мероприятие октября. Взять билет. Нажимаем на него. Дальше появляется вот такое окошко. Получить. Нажимаем на это окошко. Один билет. Зарегистрировать его. Спасибо. Вы получили билет. После того, как закроете это окно, билет появится в вашем кабинете. Просто нажимаем в любое место, окошко пропадает, и мы видим наш билет. Если мы нажмем вот сюда, мы увидим его номер. И этот номер не может быть использован, соответственно, другим человеком. В день трансляции появится ссылка, и этот билет автоматически войдет в нее, и вы получите возможность присутствовать на мировом событии, и будут субтитры на более чем на 10 языках мира. Поэтому нужно будет выбрать свой язык, который вам удобен, ну, русский, к примеру, да, и вы будете наблюдать это событие. Почему важно быть на этом событии, друзья? У нас есть вкладочка «Новости», нажимаем на нее. Здесь есть видео, которое можно посмотреть. Если вам не удается подключить титры, значит, необходимо перейти на YouTube-канал, на котором есть это видео уже с титрами. Вот информация, появляется новость, мы ставим лайк. И сейчас появится подсказка в этом видео, появится наверху подсказка. Вы сможете, нажав на нее, перейти на вот это короткое видео, да, 7,5 минут с переводом, с титрами. Посмотрите обязательно. И всех ждем на мероприятии 10 октября.